В данном уроке мы разберем с вами основные движения танца чича-ча. Состоит он из шагов назад-вперед, шоссе в сторону и чек. Исходное положение. Вес у нас расположен на левой ноге, правая нога в стороне, руки во второй позиции. На и, подтягивая правую ногу к левой, бедро левое уходит назад. На два шагаем на правую ногу назад, полностью переносим на нее вес. Два. Ноги у нас предельно дотянуты, бедро у нас правое ушло назад. Дальше на три. Шагаем на левую ногу вперед, переносим на нее полностью вес. Три. На и подтягиваем правую ногу к левой. И бедро левое ушло назад. Дальше четыре и раз. Шоссе вправо выполняем. Четыре. И раз. И подтягиваем левую ногу вправо. На два выполняем шаг на левую ногу. Чек. Частично переносим на нее вес. Два. И колени у нас двух ног соединяются, и в бедре тоже так же соединяем ножки. Сразу же на три переносим вес. На правую ногу три, подтягиваем левую к правой, и шоссе влево выполняем. Четыре, и раз. Еще раз. И раз, перенесли вес. Два, перенесли вес. И четыре, шоссе, и раз. И два частично переносим вес. Замочек делаем в коленях и в бедре. Да? Три. Перенесли вес. И четыре. И раз. Исходное положение прежнее. Правая рука у нас перед собой, левая рука у нас отведена в сторону. На два шагаем на правую ногу назад и меняем руки. Два. Переносим вес на левую. Дальше шаг выполняем на левую ногу и меняем также руки влево. Три. На и подтягиваем правую ногу к левой и меняем ручки. И на шоссе мы не меняем руки, они у нас остаются в том положении, которое мы приняли. Ча-ча, раз. Дальше. Делаем чек вперед и меняем ручки. И два. И шагаем назад. Три. Дальше на и меняем ручки, когда протягиваем ножку. И шоссе в сторону, не меняем руки. Четыре. И раз. Продолжаем. И меняем ручки. Два. Меняем. Три. Меняем и четыре и раз. Дальше и меняем два, три, меняем и четыре и раз.